Привет! Вы на канале Video Game World, с вами Нейт, и мы продолжаем проходить игру To The Moon. В предыдущей серии, что мы там сделали? Мы много где побывали. А мы уже прошли, если верить этой шкале, то мы пол игры прошли. Что ж, пойдемте. Дальше собирать мементо. Досмотреть, что будет дальше. Мир был бы намного лучше, если бы люди лучше запоминали лица. Да. Не, ну это память, понятно теперь, почему все такие разборчатые. Что-нибудь новенькое сегодня? Нет. Что перечитываешь? Новое платье короля. Я в детстве любил эту книгу. До сих пор любишь, да? Конечно. Только теперь за другое. Я когда был маленьким, любил книги про аниморфов. Это кто? Чё это такое? Знаю, твоя мама подарила тебе книгу про них на свадьбу. Да, это был самый странный свадебный подарок. Похоже, в детстве я был прям-таки одержим ими. А почему так и не читал их с тех пор? Я видел их, собирают пыль в гараже. Я просто вырос из них, наверное. В смысле, это же детские книги. А что плохого в чтении детских книг? Успокаивают. Наверное. Думаю, я когда-нибудь возьмусь за них. Ой. Что случилось-то? Как же Дэвид? Мой любимый персонаж. Не знаю. О чем это вы? Об аниморфах не читали? Нет. Да. Правда? Типа того. Ха. В какое животное Дэвид превращается на обложке? Ответь по-английски. Так. Что за книжка? Какой Дэвид? Я не пойму. Давайте кролик напишем. Дайте стереть-то. Так, у нас 5 букв. К. Похоже на правду. Не волнуйтесь, сейчас я выясню. Так, я помню, у него книжка была про зомби. По-моему. Только... Это... 6 букв, а не 5. Ты одна, и я один. Давай что ли переспим? Эй, Вивер, а звучит интересно. Вивер? Давайте к тому Джону подойдем. Ага, это Мементо. Тобиас Ястреб, Рэйчел Медведица, Джейк Тигр, Марк Горилла, Дэвид Кобан, Кесси Волчица. А что? Не так интересно стало. Мог бы просто загуглить. Смешно. Так, давайте.
какое животное Нейт превращается? Кобра. Точно, в кобру. Жаль, что они не оставили старые обложки вместо этих листов. Они были клевые. Так, мы пойдемте мементо делать. Ой, блин. Так, так. Готовим. Идеал 5. Ну вот и идеал. Они больше. Все уже уходят, а я-то только пришел. С тобой такое часто бывает. Ой, оставь свои подковки детские. Старая книга про аниморфов. Оливки. Я вижу сыр, но где же мышь? Самая бородатая фраза от тебя за всю ночь. Ты хотела сказать самая сырная фраза. Да уж. Так, это, видимо, день рождения Джона или свадьба. Да остановите, блин. Да, наверное, свадьба, потому что мы сейчас на маяке. Да, можно туда пройти. О. Да, видимо, свадьба все-таки. Что происходит? Чувствуешь какие-нибудь перемены? Теперь, когда мы обменялись кольцом. Да, это свадьба. Нет. А ты? На самом деле, да. Думаю, да. На что похоже это чувство? Все просто стало. Ответственности помогает. Ответственность. Тебе нравится имя Аня. Ты бы хотел назвать ее Аня? Со мной.
добром не кончится, я наверняка споткнусь и упаду. Не волнуйся, пусть они за мной. Ау, блин. Кажется, ты наступила мне на ногу. Прости. Давай попробуем еще раз. Да, уже утро наступило. Что-то долго. Клянешься, любитель, и леет ее в болезни и в здравии, пока смерть не будет. Клянусь. Ведешь ли ты мужчину, стоящего перед тобой в законные мужья? Клянешься любить или верить в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас? Так я подумал. Да. Властью данной мне, объявляю вас мужем и женой. Дамы и господа, позвольте представить вам представление. Прочувствую это мгновение за мгновением. Понятно, то значит приготовление к свадьбе будет. О. Тортик. Пойду проведу твою тетю. Ладно, мам, скажи спасибо, что пришла. Скажу. Я так горжусь тобой, Джоуи. Джоуи? А, так звали моего деда. Его не стало еще до того, как я родился. Мама меня так называет. Как так получилось, что я об этом не знал? Как-то получилось. Лучше зови меня Джон. А, только не очередная порция розовых соплей про дедушку и детство. А ты-то что, так сильно против? В смысле, ты сам часто говоришь о своем дедушке. Я? Не. Ну да, конечно. Получена заметка Джоуи. Я так горжусь Джоуи. Так, мы не можем больше ничего сделать. Ну, пойдемте. Пойдемте, сходим сюда. Ну, это стоянка. Что здесь происходит? Ему уже не поможешь, Тейвер. Уверен, это была случайность. Пошли, опоздаем. Подожди, это кролик? Думаешь, с этого начались бумажные кролики? С чего бы какой-то сбитый кролик так повлиял на нее? Не говоря уж о том, сколько лет прошло. Меня не спрашивай, ты ведь здесь единственная женщина.
Я буду уверена, что единственное, когда ты прыгнешь с тарзанки без веревки. Так, это у нас мементу, что ли, наверное? Да. Давайте. Так, подготовить. Идеал 3. Это легко. Готово. Активировать. Знаешь, эта свадьба просто фантастика, учитывая, что в роли Мемента сбитый кролик. Эй. Может, она увидела в этом метафору неудачного брака? Спустя много лет началась складывать кроликов, потому что она поняла, как все будет тухло. Ой, было тухло. Или, ну, что-то в, еще в этом духе. Классно все расписал. У него мозги как не туда работают. Блин, проехали прям по духу. Гады, бедняжка. Еще одно несчастное животное. Не смотри на меня так. Воняет как от фермы. Или как от сбитого животного. Отключи уже имитацию обоняния или давай свалим отсюда поскорее. Блин, я не хочу за этого идиота играть. О, коняшка. Не делай этого. Чего? Сам знаешь. Не проходить мимо этой лошадки. Тебе что, 5 лет? Отлично, не пройду. И я. Мы теряем время, не. Вот блин. Плохо дело. Сделай что-нибудь. Не стой столбом, помоги мне. Ну, вот так и надо. Черт, такое в мои обязанности не входит. Значит, заметка, доктор не угас. Да, деревенский дурачок, это и метка сказана. Ну чё, Нил, где ты там? О, ферма. О, еще коняги. О, это же наши. Джон и Ривер, вот они. Видимо, они здесь на лошадях катались. Только что это за место такое? И где, блин, Нил? Куда он делся? Какое большое место. Просто идешь и идешь вообще. Ага, вот и конец. Я-то думал, его не будет. Так. Блин, я видел, он в ту сторону поскакал, но я его там не нашел. Где он? Без него работа стопорится. Не мог, блин, потерпеть. Опять то же самое место. Где же этот оборванец, хотел сказать, обалдуй.
Стоп. Ты в этом уверена? Все будет в порядке. Ей это не впервой. Но сама она этого не делала. Я справлюсь, я не ребенок. Ривер! О. В чем дело? Вперед! Эй, подожди! А, интересно, мне уже свалился с той лошади. Ева! Это слишком, я больше не могу. Что за кредит? Ох, ну и овощи. Спасибо. Да пожалуйста, уф. Блин, клёво, конечно. Да, скакали за ней, что ли, туда и утили. Слезай. У меня что-то стало с интерфейсом. Я пропал. Давай. Что странно. Я учту. Дальше. Вам, походу, в больничке. Диагноз точный? Да, мы в нем уверены. К сожалению, как и в большинстве подобных случаев, диагноз немного запоздал. Если бы вы узнали об этом в детстве, мисс, это уберегло бы вас от многих проблем. У вас есть книги по этой теме? Вот книга Тони Этвуда. Он один из лучших специалистов по данному вопросу. Можете взять ее на время, только не забудьте вернуть. Спасибо. Так, вы семейная пара? Официально наш брак не зарегистрирован. Так, ясно. Что ж, я могу выписать вам направление к специалисту, если желаете. У вас есть проблемы в отношениях? Нет. А у вас, сэр? Нет, все хорошо. Тем не менее, сэр, вам стоит почитать книгу, которую я вам дал. Это поможет вам понять ее состояние. Я... Лучше не стоит. Почему же? Что ж, как скажете. Ей запоминаются на ранчо к северу. Ей занимаются на ранчо к северу отсюда. Я могу связаться с ними, если желаете.
говорил о тебе. Так, ну что ж, давайте на этом завершим эту серию. Становится все интересней. Мы уже больше половины игры прошли. Думаю, скоро конец уже. Ну что ж, надеюсь, вам нравится. Если нравится, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Вы были на канале Video Game World. С вами был Нейт. Всего хорошего.